Здравствуйте. Мы продолжаем наше рождественское путешествие. Здесь суперчардж лежит. Мы можем его вот так вот взять. И мы начинаем вот в этом ангаре. Я так полагаю, это продолжение аэропортной темы. Здесь ангарчики. Возможно, взлетно-посадочная полоса какая-то. И куча охраны. Ах ты негодяй, он взорвал бочку, рядом с которой я стоял. Это было больно. Ну ладно, я думаю, мы справимся. Там есть диспетчерские ревенанты нас снайперят. Здесь еще тефтели налетает. Ну ладно, она вернется. Зайдем сюда, это почему-то секрет. Так. И это открывает тот ангар с пинки. Давайте используем бочки для них. Сгруппируйтесь, ребята. Бум. Бум. Упс. Бежим это вот здесь вот. Хеллайт воюет с... черепухами. Наверное. Так. Нам нужно зайти вот сюда, чтобы открыть следующий ангар. И я думаю, импы нам помогут в уничтожении лайта. Наверное. По крайней мере, немного подранят всех тех демонов, которые здесь есть. Что будет неплохо. Потому что пока что мы в арсенале ограничены. Но недолго, потому что импы охраняли супердробовик, который точно уж поможет в их уничтожении. Блин, ну вот еще бегать за тобой. Там пролетишь. Где Холлайт? Здесь Пинки был. Странно. Неужели они его загрызли? Ну ладно, что уж. Здесь мы были. А, вот. Там, где были импы, в комнатке лежит желтый ключ, который мы используем, чтобы открыть вот этот ангар. И вот этих ребят мы ставим друг с другом. Давай, стреляй. Отлично. Параллельно открывается ангар с архнотронами. Они нам также помогут. Мы пока возьмем здесь ракетницу и красный ключ. Пока здесь происходит эта вакханалия, мы нажмем вот эту кнопку, чтобы вот эти ступеньки выросли, где Манкуб сейчас сидит. Заберем здесь плазму. И да. Нам нужно забраться вот туда. Эту, я не знаю, цистерну с авиатопливом, я полагаю. Аккуратно там ревенанту все-таки. На этой цистерне у нас лежит синий ключ. Отсюда мы, я думаю, расстреляем вот эту вот диспетчерскую ревенантскую. Ну и поднимемся к ним. Да, один ревенант остался. Убиваем его и все. Диспетчерская зачищена. Мы можем выходить. Занятный уровень. Не то чтобы очень креативный, но... В чем-то даже веселый, наверное. Кучка монстров. Достаточно быстро пушки выдают. Где-то придется, конечно, там... Походить с дробовиком, в самом начале увидели, да, что там ничего сильно сделать-то и не получается особого, но мы быстро получаем супер дробовик, мы быстро получаем ракетницу, все друг с другом сражаются, фейерверк и стало весело. Но ничего особенного. Будем посмотреть, что дальше нам предложит этот рождественский ват. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр и всего доброго.